Всем привет, ребята! С вами снова Зайка Вера. И сегодня я хочу вам показать поделки из удивительного цифрового цирка. Их у меня скопилось немало. Давайте смотреть. Так, это клоун Кауфман, которого в последней серии, во второй серии удивительного цифрового цирка нам не показали. Сказали, что с ним приключилась какая-то беда. Вот, он просто перешел во вторую свою версию, когда стал таким дерганым монстром. А у меня вот, смотрите, клоун есть. Так, кролик Джекс, по-моему, такой самый едкий, извительный персонаж. Да, он не стесняется в выражениях. Вот он у меня вот такой вот получился, довольно большой, поэтому думаю, как бы и вам его показать, чтобы он весь поместился. Ну, это и поближе его мордашка. Так, это герой Королёр, он представлен в виде шахматной фигуры. У него такой красивый костюм в таком полушубке королевском ходит наш Королёр. Так, а это сферический человечек, который состоит из одних шариков. Он как раз появился во второй серии. И мы с вами его быстренько сделали. Также во второй серии появился матковый монстр, который плавает, как жижа шоколадная. И вот я сделала его голову с такими большими-большими глазенками.